Это пенальти. Да, ставим. Это пенальти, дорогие друзья. Пена. Пенальти. Пенальти. Серьезно, пенальти. Что ли? Мы выйдем в финал, хуй с вами играть будем. День матча, я стараюсь как бы проснуться и до игры не делать ничего, чтобы вот прям вот все силы там остались. Скажи, а ты ленивый по жизни? Ну вот, да, в быту, конечно, очень, да. Ну, я в папу полностью. Ебанись. Мы с папой оба вообще. И безрукие люди оба. И ленивые, это просто провал полный. Касаемо тренировок, наоборот, я прям вообще готов сутками тренироваться. Но в быту это ужас. Вау, Витыч. Привет. Здорово. Здорово. Как будто только вышел. Здорово. Всем привет. Играем в Тудроц. Сразу с утра с Денисом Ивановичем смотрим глаза в глаза, чтобы настраиваться. Готовим обед. Обед-завтрак, время 3:30, я еще ничего не ел. Че готовишь? Воду? Да, я на диете. В общем, да, покажу вам холодильник. Особо я не покупаю по одному чего-то. Вышло так, что была скидка на напиток. Хороший, главное, без сахара. Витаминизированный. Следовательно, можно купить и 100 бутылок сразу. Также печенек. Достаточное количество. Просто чтобы были. Вот тоже меня нарисовали. Но это прям как будто очень естественно выглядит. Прям реалистичный такой. Статус занизить. Ну да, физика 75, конечно, меня не устраивает. Здесь не только за себя, блядь. У нас большая армия болельщиков, они с нами, тут многие, кто с первого дня, они помнят все наши взлеты и падения. Мы должны это ценить. Это невероятный кайф, мужики. Там командёшка, да, я что-то нам накидывали, наговорили, блядь. Нас это вообще не ебёт, блядь. Мы делаем свое дело, делаем с удовольствием. И самое главное, пацаны, блядь, мы же, блядь, кайфаем, выйдем, блядь, с улыбочкой, улыбнитесь, блядь. Плечики расправьте, блядь. Делайте столько красиво надо. Я заметил такую тенденцию лет в 10, наверное, в 9-10, что я летом худой, а потом уже жирный. Я такой думаю, значит, летом, что я делаю летом? Я играю в футбол летом все время на даче. Значит, надо играть в футбол. И все. И, короче, изначально вообще не было плана быть футболистом, просто я играл в футбол, чтобы быть худым и медальки хотел получить. Это была его идея. Не только быть вратарем, об этом вообще говорить нечего, и вообще заниматься футболом всерьез и надолго. Тогда еще не верил, что так может произойти. Сейчас уже все факты показывают, что так оно и есть, и дай бог, что так оно и будет. Он пришел к тренеру, тренер спросил, кем ты хочешь стать в футболе? Он говорит, я вратарь. Он не сказал, я хочу быть вратарем. Он констатировал факт, он сказал, я уже вратарь. Он фанат своего дела, в свое время я так был помешан на акробатике. Вот. И то, что он делает, мне, честно говоря, очень нравится. Мне очень нравится, что он не прикасается к спиртному, он не курит, у него хорошие друзья. И вообще этот сам факт находиться в компании мальчишек, которые занимаются серьезным, хорошим делом, дорогого стоит, я очень рад, что этим занимается. Я скажу, когда пошли травмы, их было уже за это время относительно немало, я, как папа, уже был против того, чтобы он этим занимался, и намекал ему, он говорит, нет, я буду играть. Но он принял такое решение, взрослый человек, и я почти готов признать, что я был неправ, когда ему все это. Узнавая антропометрию, не берут на просмотр, насколько я понимаю, просто до меня не доходит даже эта инфа в основном. Когда был на просмотре, блин, ну все было здорово, я просто нравился, ну, в основном я нравлюсь как бы тем, кто меня приглашает. То есть в Амкаре я понравился, но насколько я могу судить, то есть я верю Николаю Николаевичу, который в Амкаре говорил, что я хороший. Он здесь такой элемент, может быть, невезения, может быть, неправильного мышления. На мой взгляд, существует шаблон о том, что вратарь должен быть не меньше 1.90 в большом футболе. Я дилетант относительно в сравнении с профессионалами, но мне кажется, это не так. Я человек сфокусированный, он очень быстрый, понимающий, видящий игру, видящий поле. Это дорогого стоит, и, на мой взгляд, это немаловажно. Все знаем, свидетели, ни для кого не секрет, что может быть двухметровый вратарь, который будет никакой совершенно.
вратарь. Я ни в коем случае не принижаю заслуг пацанов. Пацаны красавчики, я имею в виду Жеку и Федоса. Они тоже работают на равных со мной. И иногда Жека может даже где-то более объективно. Но было бы странно, если бы я там 22-летний чувак, который старается быть профессионалом, он не будет основным вратарем тогда, когда команде нужен основной вратарь. Хотел об этом говорить изначально, сам никогда об этом не поднимал тему, потому что мне кажется, что это может вызвать какое-то такое странное отношение ко мне, мол, зачем про это грусть, мы все-таки вас тут развлекаем, но раз уж меня как бы спрашивают, раз выпуск обо мне, то было бы честно мне об этом упомянуть. У меня мама не с 14 лет моих, просто моментально вот так умерла в один день, в один вечер и все. Типа не болела ничем, была мастером спорта по гимнастике. От этого еще более неожиданно то, что случилось. Но у меня, конечно, есть папуля, брат, и все благодаря тому, что вот мы вместе все друг у друга есть. Мы благодаря этому это пережили и, ну, собственно говоря, вынесли из этого какую-то пользу, потому что я думаю, что мама дала мне все, что могла здесь, поэтому дает мне оттуда что-то, что как будто бы не может дать. Ну, может звучать, конечно, немножко нелогично и глупо, но так у каждого есть какие-то свои там, в общем, личные вещи и личные переживания. Вот мое переживание – это отсутствие главного человека в моей жизни с 14 лет и как бы физическое отсутствие, все-таки ментальная связь. Я думаю, что, ну, понятное дело, что каждый человек, который сталкивался с там, смертью родного человека, родственника там, и так далее, родителя, он понимает, что в любом случае человек всегда в голове, всегда рядом с тобой. Самое главное, что должен помнить каждый болельщик Амкала, это то, что нас поддерживает наш легальный партнер Пари. Огромный выбор спортивных событий. Не забывайте, что каждого новичка ждет фрибет на 1000 рублей. Пари поддерживает не только профессиональный футбол, а там есть и Нижний Новгород, и еще другие команды, и пляжный Спартак, и Шинник. Поддерживает медийный футбол Амкал. Ну и, конечно же, сейчас идет Кубок Фиферов, где тоже Пари на первой роли. Так что наш легальный партнер подтвержден большим количеством человек. Где что искать, вы прекрасно знаете. Сегодня будете болеть, на канал смотреть? Обязательно. Ну, когда есть возможность физически быть на стадионе, я присутствую. Если нет, я стараюсь по телевизору. Слава богу, это уже есть такая возможность. Можно смотреть, я буду смотреть однозначно. Болею я, самый ярый болельщик. Мне говорят, как ты выдерживаешь, тебе валерьянки хватает, а если смотреть. Моих друзей даже ладони потели, там они телевизор хотели выключать, когда пенальти были. Но я смотрел, конечно. Но когда это произошло, когда они выиграли, у меня улыбка вокруг головы, по-моему, была такая широкая. Я был счастлив. В общем-то, вот так выглядит мак-н-чиз с курицей под соусом терияки. Всем приятного аппетита. Вы сейчас уже будете смотреть матч, у меня еще 5 часов на матч. Год назад. Вот бы. Такой обед себе представить. Мы выйдем в финал, с вами играть будем нам. Будьте одни играть. Прекрасно понимаете, какой это матч. Что вас, что их настраивать на этот матч не надо особо. Это скрытый финал. Или мы идем дальше, а другого или не должно быть. Саня Маменко в воротах, три центральных защитника. Эрик, Бара и Олег Дрожук. Справа Кустин Дима, слева Сеня Левшук. В середине Сипскана Андрей, Вася Левин и Прокоп. И два нападающих, Витя Блатов и Алексей Гасилин. В таком стартовом составе мы начинаем игру. Так, ребят, еще раз. Когда вы выходите с такой же самоотдачей, как вы выходили в прошлых играх, как выходили на игру на кубке, еще раз, вам любые цели по плечу. Любые цели по плечу. У наших фанатов есть такой баннер. Везде первые. И мы здесь должны быть сегодня первые. Переодеваемся. Смотри, какая красота. Там они разные, кстати. Очень крутые. Да, поздравляю эту сладкую парочку. У нас 4 года, с самого первого матча еще на руках человек снимал, видишь.
соточку пробиваем. Составить. Настроение такое хорошее, главное, чтобы он сохранил. Оставь его, пойдем. Есть футбольное поле, где надо доказать всем и все. Выходим с первых минут сразу агрессивно. Сразу агрессивно показываем, что им здесь делать нечего. Забираем игру под свой контроль и доводим ее до победы. Верим в партнера, верим в команду. Желаю вам хорошей игры! И нашей общей победы! Рад всех видеть на реально лучшем дерби на Ютубе. Кайфую, что есть очередная возможность всем признаться в любви. То же самое могут сделать еще десятки тысяч реально. Кто на трибунах, что смотрят нас. Всего-то надо выложиться и показать, что умеем. Ничего придумывать не надо. 90 минут, и мы герои, блядь. Очень легкий путь, Славе. Согласитесь? Парни, такие матчи мы уже выигрывали, и нам не впервой. Тут все в голове происходит, сами знаете. Ментально мы сильнее, но об этом не нужно говорить. Бла-бла-бла нам не нужно. Сегодня мы должны доказать. У нас есть что? Улыбочка, жестик. Можно взглядом прожечь сильнее, выбить, чем словом. Давайте сегодня удивим всех, блядь, своей дисциплиной. Покажем, блядь. Вот, холодная голова, горячее сердце. Сейчас пиздец, это важно. Не сым, ошибаться хуйня, у нас столько братьев рядом. Помогут, добегут, отборятся, блядь. Все легко, очень. Да каждый выжить сегодня сантиметр поля, блядь. Это не просто слова, блядь. Выйти и выжить, блядь. Холодная голова, мужики, горячее сердце. Глазками, улыбнулись, блядь. Пускай вон джентльмены в красных маечках по нашим глазам читают, блядь. Вы попали в ад. Мы МКЛ. Мы МКЛ. Мы МКЛ. Я думаю, что большинство из вас 100% смотрело этот видос в прямом эфире, поэтому я надеюсь, что он стоит большого вашего пальца вверх. Блин, 230 тысяч онлайн. Я не уверен, что на стриминговых площадках вообще такое бывало, на Твиче, на Ютубе, не то что футбол, а вообще в целом. Можете написать в комментариях, бывали ли стримы с большим количеством зрителей, но меньше чем за 12 часов больше миллиона просмотров. Вы знаете, что делать, друзья, обязательно поставьте лайк и погнали смотреть. Здесь все на кону, дорогие друзья, вы правы. Ну что же, и первые единоборства полетели. И сразу же свисток со стороны главного арбитра этого матча. Да, пока от монитора не ослеп, передачка туда за спину защитникам. Но здесь хладнокровно играет Кузя. Моменко в воротах, да, по составам будем вас знакомить. Ух ты, а вот это опасненько сразу, да, какой высокий прессинг сейчас был от Кутуза. Это какая-то нахуй заготовка или что? Нет, так же мы сняли в кубке. Ну так же, но я понимаю. Вы знаешь, что еще? Это стабильное начало. Это стабильное, и вообще готовка всегда, как всегда. Это косплей бары, блядь, мне кажется, у него идею спиздил. Когда же я микрофон спиздил нечаянно, он спиздил идею в бары, блядь. Да, вы спиздили только что мою идею, блядь, и все это обсудили, блядь, спасибо, блядь. Это уже традиция у меня отдавать передачку нападающего. Я считаю, что это к ничье. Но надо, значит, в следующий раз все-таки что-то по-другому сделать. У него есть постраховка, да, в лице Бары и Эрика Товмасяна. Отсутствует основной игрок. Это и Кашай, и Шурыгин. Ну и зафиксировано первое положение вне игры. Офсайд. Бля, знаешь, как обычно офсайд первый. Первый офсайд, это нормально. Это тоже как и моментка. Да. Такое нужно, блядь, разминочное. Идем смотреть этот матч дальше. Проход впервые играет против Тудро. Да, да, я и говорю. Ну, будем смотреть.
Андрей, да, действительно, как говорили, Манна — это креативный центр команды Тудроц, крайне умный игрок и технически оснащен. Это правда, у него этого не забрать. Очень интересный персонаж Арсений Левшук против Степа, ну и нарушение правил со стороны игрока Тудроц. И причине не сыграет и не поможет своей команде сегодня против Тудроц. Ну и, возможно, даже и по этой причине поменял схему Денис Иванович Зубко. Использует три защитника, а сейчас Прокоп очень прекрасную передачу получал от Левшука. Желтая увидел карточка. Нет. А, да? А ты видел Прокопа просто за первый же подкат, причем там не прям такое ощущение, сразу желтую выписал. Ощущение, что как будто мы не заканчивали игру в ЦСКА Красногорском. И судья такой подъехал, Бля, это как я с Майкл, нахуй. Да не, ну хуя. Это намерение пошло. Намерения наоборот не было. Желтая точно. Да, желтая точно. Этот момент. Но в целом пока по характеру игры за 8 минут, которые сейчас уже отыграли команды, в целом, что я и ожидал, пока владеет мячом Амкал, ничего к этому не приводит. Хорошая катание, здесь Кутуз опасно! Дрожу! А это первый навес, блядь, это первый навес от Тудроц. И как раз хочу отметить, что хорошее владение мячом, хорошая передача сейчас на Блатова от дружука. Блатов ждет подключения в штрафную своих партнеров. Один на один против Гудая, отдает на Прокопчика. Прокопчик, касание, стиль тут мешает. Левшук мяч цепляет, Прокоп снова. И, по-моему, свистят сейчас болельщики Тудроц, а свистывают Прокопа. Тебе так не кажется? Возможно, подача в итоге получается. Готов был выпрыгнуть Алексей Косилин. Сегодня наш ультра со мной. Просто в порядке. Слушай, в этом матче, вот честно, смотрел матч Кубка и был на матче Дротов, там была очень серьезная у них поддержка. Но на нашем матче наши мужики, там, девчонки вообще супер поддерживали. Я смотрел со стороны лавочки, наших ребят было больше, и поддерживали они мощнее, и было больше слышно, то есть вообще поддержка топ. Отмечу всех фанатов вообще, и дротовских, и наших, хорошее противостояние, мощное. Даже когда начинают кричать, Тудроц вообще не слышно. Прекрасно. И фанатов Тудроц, и фанатов Амкала. Алексей Косилин быстро сокращает дистанцию штрафной площади. Прокидывает дальше. Передача направо. Получает Миша Прокоп. Дальняя завесушка здесь. Эдамс шикарно и надежно играет. Очень резкий, с низким центром тяжести нападающий Вася Левин протаранивает передачу. Хорошо. Вася Левин. А может быть, с ударом попытается в итоге передачу на дальнюю. Косилин пытается вырвать этот квадратный метр в штрафной площади. И в итоге... Кого-то немножко из тела тебя душу так вытащили. Но вышли играть первым номером, мы так и играем. Позиционными атаками, а тут быстрая атака в 4 в 3. Получается, Бара на месте. Я даже не знаю, как оценить, если честно. Ну, типа, реально, блядь, никакого сопротивления. Даже с матча ТВ нас напрягали. Ну, там, блядь, защитники могли потерять, ошибиться, еще что-то. А тут я играл, типа, вообще кайфовал, не знаю. 161 тысяча в прямом эфире. Сколько? 161 тысяча. Это рекорд. Было, да похуй, сколько было. Только сколько было, это новый рекорд, блядь. А еще нахуй ничего не ясно. 200 будет, блядь. Честно, вот я не знаю, Гера сейчас стоял, говорил, как будто из него там сейчас душу вытащили. Но вот я... Гера вытащили душу, кстати. Да, да, на самом деле. Вот я, если честно, тоже дико переживаю. Меня, знаешь, так немножко вот на ручки вот так вот ходят. А скажи, пожалуйста, а у тебя еще есть контракт с Моспортом? Ну, на данный момент нет, он не продлен. Нет? Ну, я получу, ну, как бы да, но на данный момент еще не продлен. Контракт не продлен, но бабки получают. Ну, кстати, ваши как будто стали сейчас перекрикивать немножко. Какая же сексуальная битва не только на поле, но и на трибунах, чуваки. Это просто что-то невероятное. Красно-черные поддерживали. Супер, было слышно их прекрасно. Они нас гнали только вперед. В целом, все было очень круто. Наступить этот момент, когда наши устали атаковать, и инициатива обычно минут на 10 отдается перед концовкой первого тайма. Все, блядь, как в учебнике в футболе, просто пиздец. Штангу. Ну, посмотрим, как с этим справится стиль, подача, и в итоге удар, и нет, ой. Это показалось нам, что удар, но по факту этот мяч прошел вдоль. Ну, вот как мы и разбирали, у них реально вся игра, это просто вынос на Кутузу, на стиле или на слона. И типа, как планировали играть первым номером, так и получается в целом. Но главное не позволять им делать вот эти забросы за спину. Что смотрим? Дайте воды, дайте воды. Кому?
что? Мы, безусловно, согласны с тем, что Эрику попал мяч в руку и неосознанно, но это действительно по правилам пенальти. Опять же, консультация судей помогла разобраться в этом моменте, но даже если бы Эрик при каком-то, не знаю, там раскладе знал, что он, ему мяч попал в руку и готов был бы кричать, что у меня рука была, поставьте нам пенальти, я честно попал. Мы не знали этого. Во-первых, он в борьбе не заметил. Во-вторых, когда судья пошел смотреть ВАР, мы были уверены, что ВАР смотрится по баре или, ну, типа еще какой-то момент был, то есть мы вообще не понимали, что в этот момент идет проверка на пенальти в наши ворота. Признаем, мы понимаем, что нам должна была быть назначена точка. Могу только вспомнить похожие ситуации в прошлом году, когда Кутуз обработал рукой и забил нам гол, его засчитали. Такие моменты, к сожалению, случаются. В этот раз повезло нам, но какое количество раз судьи ошибались не в пользу Амкала, ну я думаю, что постоянные зрители точно в курсе. Играем, все. Давай, парни, блядь! Никогда не устану повторять. Ебать Форзу, ебать. Ебать Федю, ебать. Ебать Витыча, ебать. Лагера, ебать. Германа, ебать. Клёна, не ебать. Плей-офф из-за руки я уже не хочу обсуждать. Да, для тебя руки — это какая-то прям уже больная тема. Ну а здесь в итоге Александр Маменко выносит на... Куда против Блата? Блат может, ну, может, его, может, Гудай ставить спину. Он протаскивает, спину. Протаскивает. Нет, Гудай все-таки тут побеждает в этом противоборстве. Ну, Витюша, блядь. Браво! Хорош, браво! Витя! Блядь, хорош. Толстый, сука. Хорош, Витя! Когда чуть планку понижаешь, не то, что понижаешь, когда там просто один матч не забил. И все такие, ебать ты говно, блядь, пиздец. Я такой, ребят, ну как, а как еще? Типа, ну ты борешься, скидываешь, делаешь много черновой работы, до хрена носишься, чтобы тебе потом еще и говнище в комментариях писали. Я не расстраиваюсь, реагирую на это адекватно, мне наоборот даже заряжают. Я такой, ну хейтите. Вперед, там кол, Москва! На самом деле, чуть-чуть начали выпускать инициативу, какой-то пожарчик начался, блядь. Начали так хорошо. Да, вот оно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, смотри, ой-ой-ой. Остается у Амкаловцев. И здесь решили сразу пройти Дрожук, ну да, там третий двух прошел. Прокоп извиняется перед Эдамсом. А Левин, Левин тут бьет, зачем он это делает? Прокоп! Ну, брат, это так, взаимно. Он мне тоже факт показал. Вы покричали. Я желтую карточку показал. Если я ошибся, меня поправит вас. Все. Кому желтый дали? Не Прокоп, просто фол был. А потом он помешал ему вести по ноге. Да, дал желтую за неспортивную, другому. Беги, видел, как выглядел? Разбираться. Сразу подготовишь ты музычку? Ну хватит, но это на самом деле-то, если взять этот эпизод, правда смешно то, что просили красную. Хотел просто встать перед человеком, чтобы он быстро не вел. Еле ему наступил. Ай, уй, нога, все, не могу играть. Выбегают, давай подеремся. Ну просто какой-то дурдом. Причем люди выбегают прям на поле, 20 человек. Вы посмотрите с нашей стороны. Почему-то при малейшем контакте 20 человек не выбегают с требований к судье и не обступают. Я считаю, что это некрасиво так себя вести. Я как-то слишком быстро, но когда эмоциями полностью в матче, оно так всегда происходит. Ой, хорошая скидка на Алекса Стиля! Алекс Стиль влетал, и тут... Ой, Санька Маменко! Санек вышел в выпад такой классный. Выдохни. Идеально сыграл. И дроты могут разогнать свою очередную атаку, но Кузя не дает этому состояться. И у нас, опа, стычка снова в центре. И опять Левин на Левина, причем, против, смотри. Против Кутуза. Уйди! Надо стоять! Нет, внимательно. Они же готовы. Они же смотрели, что со мной это стало. Они понятно, что, конечно, они тебя... Вася Маврин, и теперь может пытаться залететь в контратаку. Да, но Вася не самый скоростной нападающий, но так или иначе убегает. А ему и не нужно, Вася, у него есть корпус. Передача диагональная на Витю Блатова или на Леху Газу. На и как газу, шикарно, да. Степ! Там, да, он улетел в небеса, потому что это пиздец. Ну, блядь, оно и
понятно. Ну, типа, сейчас реально вся страна просто смотрит. Ну, типа, это невозможно не смотреть. Бемятные Тиффани. Это Тиффани. Ой, Алексей получает мяч. Может убежать. Алексей, а можно и пробить. Ой. Да, не удар. Ну, слушай, на фланге его там выпустили, конечно, не обязательно. Вот. Он уже выдвигал в центр. Я знал, что у него левая нога, что может пробить, все дела. Такие голы, я не знаю, они один из ста залетают. Закрыл глаза, ударил, залетел. Ну, молодец. Да стопудово вся команда виновата. Кто-то, блядь, не добежал, кто-то не подсказал. Саня не допрыгнул, блядь. Иваныч не предвидел. Поэтому я не буду кого-то выделять. Типа, в целом все виноваты. Хочется сказать, что такие залетают раз в жизни. Но, походу, у этого засранца раз, один раз за МКС всегда такое получается. Можно там даже кто-то делал нарезку, что он там на первом МКС, на втором МКС также забил. Надо следить за этой левой ногой. Он просто захуярил, блядь, без шансовки, вообще без шансовки. Ну давайте, вы сейчас, блядь, держались отлично, и тут все запиздели. Не надо пиздеть. Нормально все. Я из клуба, я был согласен с такой расстановкой. Схема ужасная, мне вообще не нравится, когда мы играем в два нападающих и пять защитников. 4-3-3, 4-5-1, вот эта схема мне больше нравится, чем которая в два нападающих, потому что у нас два одинаковых нападающих. Они дублируют друг друга, делают одну и ту же работу, борются головой, поэтому мне очень нравится. Вау, ну что же, поехали, Амкал чем будет отвечать? Конструктивные атаки или дальние удары тоже мы с вами сегодня увидим. И в итоге Арсений Левшук смещается в центр. Три игрока сразу готовы. Ой-ой-ой! Арсений Левшук! Ошибка! А здесь пенальти! Это 11 метров! Я не верю! Браво, Сень! Браво! Сень, умница! Сеня, молодец! Вот прокидывает, его то коленом... Нет, это пенальти. Конечно. Это пенальти. Да, ставим. Это пенальти, дорогие друзья! Было! Я посмотрел! Было! Я посмотрел! Дай там параллельно, он идет, он прыгает! Не могу ничего сделать. Человек решил пробежаться на коленках и немножко запутался. Я его подловил. Прокинул мяч, и он мне попал сзади. ЖБ, по-моему, вообще полнейший. Первый пенальти, 100%. Без шансовка. Без шансовка лютая, да. Алексей Гасилин, вокруг тебя весь мир сейчас, и ты в нем главный актер. И сможешь ли ты этот театр удивить? О, великий Сычев, как воспевает его болельщики. Гасилин или Сычев? Гасилин! Гасилин! Все, у меня типа нервяк, ну, мне прям аж плохо. Я вот, знаешь, это настолько переживаешь, что ты прям больше не, ну, уже не. Это уже не весело и не круто. Это мне просто херово. Железобетонная пенальти. Вот повтор, который действительно дает понимание, чем сбили игрока. А его сбили коленом, сначала левым, да, нет, здесь а потом было, уже моим... правой ногой. Давайте он добил. Есть свисток на перерыв, друзья. Много эмоций, много было чего отдано на этом поле, но еще не все отдали команды. Еще не все сказано, я более чем уверен. Второй тайм ожидается. Котел подогревается. Мы как и говорили, как они будут играть. Они отошли, играют длинными передачами, если мы там накрываем. Все снимается. Еще раз говорю, одна ошибка может решить эпизод. Одна ошибка. А у нас ее нет права на нее. Поэтому также выходим со второго тайма. С полной самоотдачей, с полной концентрацией. Еще раз говорю, не важно, кто выходит сейчас. Важно, что мы одна команда. Одно изменение. Вместо Гаса выходит Миша Прокоп. Остальные все так же. Давай повеселее! Очень злой. Я был очень злой после первого тайма. Очень прям. Я прям невероятно был злой. Я не помню, когда я такой был. Мы бросили играть там после 20-й минуты. Мы стали меньше мяч контролировать, меньше там движения впереди. Специально там как бы это... От всех там отходил, чтобы это не распространять, никому ничего не сказать. И очень хотелось, чтобы больше никогда дроты не праздновали гол в наши ворота. 16 тысяч, прикинь, да? Онлайн. К сожалению, сколько? 216. Вы что, ёбнули, что ли, блядь? 216. Вам что, делать нехуй, блядь? Вечером выходной, блядь. Передачи, но... Не получилось. Арсений Левшук, ух ты, влетел в степ, нарушение правил, но Арсений держится за икроножную мышцу. Открытая передача на Карата. Карат убегает, смотри-ка, передачка на Кутуза. Кутуз может разобраться на маленьком участке, разбирается, отдает дальше на Стиля. Стиль входит в штрафной удар. Мария!
поможет. И снова, смотри, Прокоп получает на фланге, и снова вот эта диагональ за спину защитника. Васи Маврин дает удар, может сейчас. Убирает на тебя Васю, в защитника попадает. И великий Сычев убирает мана, шикарно. Ну и добегает до мяча у нас Артур Бегларян. Хорошо, но Фортуна налево. Фортуна против Барри. Прорывается в штрафную. И прострел. Но здесь Эрик Товмасян. И, по-моему, мяч все-таки пересек линию поля. И действует против них. Но находят все-таки зоны игроки Тудрос. Особенно Ману. Ману прям главный сейчас плеймейкер, который получает мяч, чтобы дальше разгонять атаку в финальной третьей. Сейчас Фортуна на фланге. Ждет подключения игроков своих. Да, на вес, на Кутуза. Да вообще непонятный гол какой-то, просто в бровку получил, причем да, без давления, без всего, как пнул штрафную. Я уверен, что он безадресно грузил туда, нагрузил штрафную, там как-то между Сеней и Олегом Кутуз подстроился и просто щекой в дальний угол попал. Я даже не понял, как этот гол откуда прилетел. Опять же, все на своих ошибках, не то, что нас там где-то переиграли. Тут ошибка мелкая, там ошибка мелкая, и все, нам залетает. Да, тем временем тройная замена готовится у Амкала. Чуж, Майк Крапивников и Киряков. Лахма готовится к выходу. Тем временем Левшук с правой ноги. Можно заменку. Ну что, интересно, как это поможет или не поможет амкаловцам. Ух ты, Эдамс очень опасно сейчас влетал. Ой-ой-ой, обокрали Дрюшика. Это Кутуз 1-1 и вау! Вау. Блять, Олег, блять, ну дают играть пиздец как. Типа Матч ТВ нас и то прессинговал. Мы сами ничего не можем придумать. Как будто концентрации не хватает, как будто перегорели, блядь. Опускаться все так же ниже, тоже непонятно. А пока аут скидывается, и здесь удар! Ух ты, как героическом подкате дрожук здесь, да? На ногах, блядь. Тут Валежа, блядь. Сипскан отдает на Прокопчика. Прокопчик подключает Левшука по левому флангу. Левшук может в касание, да, на ветер. А здесь Майк! Чужик Майк, кто? Не было никакого нарушения правил. Даже сказать нечего, Витя, не знаю. Просто смотрим, молимся, верим, блядь. Все эти опасные своры нападающих, и тут еще Некит уже продолжает общаться, недоволен он Киряковым, что лежит он. Естественно, мы начали проигрывать 2-1, я хочу быстрее вести мяч, и типа меня просто, ну, уже реально сбесило, я решил просто насквозь них никого не толкать, просто насквозь них пробежать и кинуть аут. Ну, назло специально, естественно, потому что меня бесило, что они, блядь, стоят на поле и мешают играть, когда мяч наш, и мы должны вкидывать аут. Я насквозь их не замечаю, пробегаю, кидаю аут, и он забьет по ногам, ну, просто некрасиво. Я даже в процессе матча, знаешь, там, с кем-то, как обычно, там, пытаюсь что-то там порофлить. Вообще они тебя даже не знают. Нет отдачи, да. Им похуй, они пришли чисто за свои, там, пятнаха или не сколько там за этот матч было. Как Кутуз бомбил, я думаю, там, ему 30 точно не додали. Но чувствуется, да, что чисто люди... Не за идею, короче. Вот у меня прям четкое ощущение, нет вот этого огня. Я реально с кем там не пытался вступить в какой-то диалог. Ну, люди вообще не типа, че, блядь, че, тут надо говорить? Это че, футбол? Медиа? Они просто, блядь, бегают, там падают, бьются. Ну, футбол играть хорошо. 2 мая, походу, вот эти вот финалы МКС, это были последние настоящие дерби. Зунисом и Вася Маврин пришел как миротворец. Впервые всех успокоить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Желтая для Кирякова, да. Здесь так опасно было против Маны. Какая нахуй поясница, блядь? Вообще, блядь, не попал. Вообще, блядь. Стиль разгоняется. Мы видим перформанс на трибуне у амкаловцев. Вывесили они линии красно-черные в честь, ну, видимо, уже родных клубных цветов Амкала. Вася Маврин, по-моему, то ли извинился сейчас перед Алексом Стилем. Говорит, что толкнул рукой сейчас крайнего нападающего, или уже даже полузащитника. О, и Вася, смотри, его поднимает. И сейчас может это возмутить игроков Тудрот. Слон подходит, уже толкает Васю. Олег пытается это все успокоить. Карат уже, который с Эриком сегодня говорил. Но пока нет, смотри. Пыталась сейчас скамейку Тудрот побежать, там что-то поговорить. И резервный арбитр их останавливает.
Маврин против Мана. Ух ты, Вася, два мастера. Вася двоих на неплохо накрутил. Передача между зонами. И здесь Майк Рапинин. Финальный удар. Гасилию. На правом фланге. Кому пас. Хорошая передачка в зону на Прокопа. Прокоп на дальнюю. А там кто? Ой, Антон Великий Гудай. Сейчас забьем. Еще время много. Еще 20 минут играть. Кутуз. Два в одного. Можно убегать. Дрожук остается один. Ай-яй-яй. И слон сразу же. Ух ты. Вот это пуля. Этого нового для дротов суть. А нет. Подача еще одна полетела. А здесь кто? Ой-яй-яй! Ой-яй-яй! Хорошая передача! Ошибается Сэм. Неудачно в игру вошел. В итоге контратака может получиться. Там Калла. Арсений Левшук. Передача здесь на Васю Маврин. Вася толкает сзади. И это штрафной удар. И 15-му может найти. Или же Прокоп. Вася Маврин мягенькую закидывает через себя. Удар! Ну что это было по красоте? Если бы Чужик такое заколотил, это, конечно, хайлайты просто невероятные были бы. Но в итоге сейчас до мяча не достает. Ну что? Пенальти! Сеня, конечно, блядь, он вбегал в штрафную, у него в руке уже был Оскар вот этот, он бежит такой, вот так вот волосы развиваются, он специально так подставил лицо, чтобы была рабочая сторона, и ему на! Ну, я это четко видел, реально, в моменте прям замедлилось вообще все, вселенная остановилась ради этого момента, ну и дальше уже все было сделано по красоте. Пенальти! Вообще не коснулся даже. По-моему, не было ничего, да. Ухожу с поля, блядь. Пошли за мной, блядь. Да, я понимаю вас. 90 плюс и назначают, ну, для меня это очевидно, 11-метровый удар. Потому что мне достаточно было вот это вот видео, которое мне прислали. Я сразу сказал, что это как раз фол категории, фол не по неосторожности, да, как раз вот это? Нет, это фол с применением рук, и за это полагается желтая карточка. Какая нахуй отмашка, блядь? Ну, для меня это очевидно, 11-метровый удар. Рука в первом тайме. Что вы посмотрели, нихуя нету? Ублюдки, бля, ебаные нахуй. Мы согласны, что была рука и надо было назначать. Но, опять же, узнали мы об этом только после просмотра в повторе. Ублюдки, блядь, у меня больше слова нету, нахуй. Что-то показалось, брат, мне что-то, блядь, показалось. Ай-яй-яй. Ну, брат, ну, погоди, можно не увидеть. Мы выйдем в финал, хуй с вами играть будем, нахуй. Хуй, блядь, будете одни играть. Ну, блядь, вроде вот так вот. Вроде вот. Пенальти. Пенальти еще и желтая карточка. Блатов, сколько сейчас нервов в ногах? И какой же вердикт ты вынесешь нам в этом матче? Виктор Блатов! По идее, должны были добавить минут еще 5, спокойненько, вообще, доиграть игру. И я вижу, ну, Эд и их коуч Кузнецов начинают уводить команду, ну, типа, по трибунку. Ну, что я считаю вообще дном спортивного поведения, ну, это вообще лишнее, это самое последнее, что можно сделать. Браво! Браво! Пошел нахуй, блядь! Ребище, блядь! Слушайте, ну поскольку Реф уже объяснил это у себя там, я не знаю, в его канале или в канале просто посвященном судьям. Он свистнул, он не стал добавлять ничего, потому что, чтобы избежать технаря, чтобы избежать еще большего скандала. Я подходил к нему потом. По-моему, все достаточно четко и понятно. По-моему.
Если все как он говорит, то это потому, что ребята начали уходить с поля. Концовка матча получилась скомканной, в том числе из-за решения арбитра быстро закончить матч. Я сначала не понимал, почему это случилось, и тоже был в панике, в трауре, писал посты. Что-то не так, почему-то все недовольны, несмотря на то, что результат выводит нас в плей-офф. Уже потом, разобравшись, мы поняли, что арбитр, он уже объяснил, то есть мы позвали потом Жеку с Неки там, вместе с Васей, мы там что-то пытались поговорить, пообщаться, объясниться, предложить вообще, не знаю, мы были готовы доигрывать прям там. Я не знаю, что, ну, 5 минут, блядь, давайте переиграть. Хочешь, да? Ну, блядь, ну это пизда будет. Сейчас уже доигрывать не будем. Да нет. Потом уже добежал до судей и спросил, что случилось, и главный арбитр объяснил, что было два варианта, типа, по регламенту дать технарь за то, что команда уходит, а там есть пруфы о том, что они собирались уходить. Когда в судейском у него спросили, там же тудроцы собирались уходить, он сказал, ха-ха, не успели. Они команду решили увести. Они не успели, блядь. А что там внизу? То, ну, типа, доказывает, что его решение было исключительно из-за того, что они уходили с поля. Ну, то есть, типа, если бы чуваки не уходили с поля, в том числе, там, капитан команды Эд и Кузнецов, тренер Тудрот, то я думаю, что у нас еще было бы минут 5. И более того, все игроки Амкала с удовольствием бы хотели доиграть эти 5 минут, потому что нам казалось, что Тудрот сейчас эмоционально нестабильны будут после того, как нарушили правила на Левшуке и Блад забил. И у нас был бы шанс добивать и просто выбивать их из турнира. Это был сумасшедший матч, очень много эмоций. Очень много. Я не знаю, будет ли такие же цифры, если мы пересечемся еще раз, неважно, когда это будет, в этом турнире или вообще, там, я не знаю, там, в МФЛ, еще в каких-то турнирах. Но 230 тысяч – это что-то невероятное, и это очень сложно осознать. Это даже не один большой стадион, а, возможно, 2-3. Сумасшедшее количество людей, которым интересен был результат. Я надеюсь, что вы очень кайфанули от эмоций вот в эти 90 минут, пока вы смотрели футбол. Вы так, неважно, за кого болеете, за Амкал, за Тудроц, но очень хочется верить, что вы переживали и были на нервике точно так же, как и футболисты на поле. Вам огромное спасибо за вашу поддержку и просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых видосов, потому что нам скоро в Кубке России играть. Увидимся совсем скоро. Пока.